Привет всем любителям пошаговых стратегий, вы видите и слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение прохождения Old World на последнем уровне сложности за Кушитское царство. Новая цивилизация в дополнении фараоны Нила. Ну, все подробности в первой серии, ссылка на весь плейлист в описании в прикрепленном комментарии. Переходите, смотрите. А мы продолжаем. Так, у нас цель взять, конечно, Хатусу. Потом, я думаю, может все-таки сделать тут еще Берему, Непане, даже пересечение пролива, а чтобы найти Египет с Вавилоном. Так, открыли бесплатного придворного солдата. Вот, 3 из 4 мы набрали. О, давайте... Блин, а наш опять появится не там. Опять с другой стороны. Кстати, а мы же можем Берему вообще-то и с этой стороны вот так оплыть. Не Беремы, Трем. Почему постоянно их Беремой называю? Я ж не за Финикию играю. Давайте божественное правление лучше открою. Пора уже язычество официальной религии делать. Римские войска недавно разорили поселение варваров, получив знатную добычу. Царь Октавий Новый из Рима желает поделиться награбленным в качестве дружеского жеста. Мы можем выбрать ценности, которые хотим. Так, ну деньги у меня, в принципе, до хрена. Вот я бы науку взял. Да. Советники докладывают о ходе обучения вашего сына. Он стал от строжайшей муштры. Так, нет, давайте мы ему заплатим. Сколько? 1450. Наместник погиб. Так, нет, давайте мы посмотрим все события, может там еще... Ага, и придворный солдат появился. Так, вот, два кандидата. Вот эта воительница ко всем подходит. Так что сюда надо нанимать кого-то из этих двух. Танами воин... Нет, давайте не отёсанную вот эту. Потому что Танами воин явно пойдет, собственно, в войны. А вот Малитасен воительница в Сайялу хорошо зайдет. Так, теперь смотрим возможность добавления вот здесь территории. Денежка нужна 70. Блин, не то присоединяется, что я хочу. И этот еще отсюда не свалит никуда. Это плохо. Может, давайте все-таки тут Берему тогда строить. И я ее, кстати, никак ускорить не могу. Вот в чем проблема. А, видите, я мог бы ускорить за соцкапитал. Но так как у семьи отношения со мной яростные, то не могу. О, орлиный глаз. Так, не будет траты за расстояние. Хотя и так одинаково. Воличи, она нейтральной. Лечение на нейтральный такое. Так, во-первых, вот этого мы отводим. Блин, тяжеловато Хатусу берется все-таки. Нам больше сюда стреляющих юнитов надо, а я их не могу перевести, потому что... Ну, я их не могу перевести, вот, все. Законченное предложение. Никак, да?
Блин, тут еще чмо какое-то. Ладно, возьму еще приказ. Так, эти хай стоят. Так, около Миргиса налет, мятежники около Дангиила. Гражданство открыли. Блин, я, наверное, еще усмирить город открывал бы, чтобы уменьшать несчастье. Фанатик или интриган? Он у нас вообще кто? А, наследник. Блин, тут хреновые. Ну, мне не нравится фанатикам. Может ускорить производство за муштру, с другой стороны. Ну вот интриган неинтересно. Потому что покупать приказы за легитимность — это очень так себе идея. Ладно, фанатиком будет. Тем более мы сейчас примем государственную религию. Так, наместник в Мирое — кавалерия. Стоимость улучшений дешевле. Ну давайте. Стоимость улучшений. Так, государственную религию. Во-первых, сначала здесь принимаем божественное правление. Во-вторых, здесь лишиизм у нас будет государственной религией. Вот только вопрос, как ее распространять. У нас только последователи христианства есть, да? То есть лишиизм только сам, если распространяется. Убили мне здесь колясочку. Ну и я в ответочку. Мне такое ощущение, что мне не хватит этих юнитов Хатусу захватить, если я не буду перекидывать новые юниты. Так, там нужно старших специалистов, так я тут доделываю. И у Дангиила налет. А где налет тогда? Либо здесь получается. Так, и тут мы делаем вот сюда спеца, чтобы он нам лаванду добывал. А где у нас еще где-то рощи вообще возможные? На оливках я сделал. Так, надо вот так. Нет, не так. Блин, как тут подсвечивать? О, вот так, наверное, все-таки. Свиньи. Не, подожди, тут как-то иконки были. Вот так, наверное, лучше. Вот предмет роскоши. Этот мы добываем предмет роскоши. Нет, плохо видно. Растительность всю убирает. Блин, плоховато видны. Ну вот, лаванда. Крабы и красители я сейчас обрабатываю. Да ячменя мы не дотягиваемся. Не, ну вроде все ресурсы нужные обрабатываются, ладно. А вот там... Тут, наверное, нету улучшения, да? Не, вообще есть. Лагерь есть.
Да, тут гавань строим. Ну вот и как мне его отсюда убрать? Ну, жопа же. И не могу, получается. Вот же ж, блин. Я могу еще святилища какие-нибудь построить вообще? Походу нет. Блин, никак не перейти сюда без корабля. Ну фиг ли он тут стоит. Так, какой у нас еще вариант? Типа здесь ферму поставить и сюда фермера. Вот такой у нас еще вариант. Надо было туда встать. Ну, типа, чтобы уровни получать. Так, здесь у нас никого. Я просто убил бы уже кого-нибудь. О. Доблестная. Ну, конечно, я тут смотрел статистику. Я первый по убитым юнитам и по зачищенным лагерям. Просто воюю бесконечно всю партию. И 3000 лет война. Война без особых причин. Ну, конечно. А вот и манихейство появилось в Салде. Последняя религия. Просто понаблюдаем за развитием событий. Перед нами посланник из Карфагена. Нашим ремесленникам очень нравится качество вашей древесины. Мы хотим заключить мир. О, мир, отлично. Конечно. Может даже в дар им древесину послать. Сколько они хотят? 80. То есть это не означает, что они не могут нам войну объявить, но шанс этого очень высок, очень низок наоборот шанс. А если они объявят еще нам войну, то у всех остальных цивилизаций к ним очень испортятся отношения. Герцог Насахма завершил свое обучение философии. Чем он займется при дворе? Строителем, наверное. Так, генералы в отставку уходят. Суды могу строить и домики. Ну, тут я, наверное, домик все-таки. Или сюда лучше домик. Сюда, мне кажется. Лучник Миджай готов. Продолжаем. Блин, надо как-то... Блин, надо было этого рабочего сюда на ферму перебрасывать.
Поменяю местами, конечно, дофига приказов. Еще и марш-бросок придется использовать, но чтобы не убили мне булавоносца. Блин, но он восстанавливает быстрее, чем я снимаю. У нас как-то очень мало юниты снимают. Мне нужны были мне стреляющих здесь надо больше. А их тут тупо нет. Ну зачем я сейчас крит прошел? Я бы его и так убивал. Ладно, пускай тут стоит. Прайм улучшать отношения с Ям. Ну тут в первую очередь у нас плохие отношения, потому что уровень недовольства у городов. Это 7-7, 7-3. У этих, ну хотя вот и Сиджу тоже, но и у нее минус. Ладно, купим приказ. И советника отправим дары семье. Отправим. Так, царь вандалов умер, с которыми мы до сих пор в войне, но вы же понимаете, что они нам ничего сделать не могут. Так, и что еще из интересного? Наместник Кермы погибла, и хеты больше не исповедуют государственную религию. Один из наставников Хенсы в последнее время особенно сильно влияет на ум и характер девушки. Этот наставник – философ-самоучка, воспитанный в традициях христианства. Нет, мы делаем все, чтобы... Хотя... Становится неоплатонисткой. Прикол. Либо преданной. Ну, неоплатонистка мне как-то поинтересней. Так, и она будет, наверное, судьей у нас. Так, в разгар жарких дебатов вы падаете на пол в приступы рвоты и бреда. Немедленно призванному придворному лекарю удается снять эти симптомы. К несчастью, болезнь отняла у вас много сил. Единственный способ восстановить здоровье – это приобрести дорогостоящие лекарства из-за границ. Приобретем. Сколько надо? 2300. Произошедшие недавно сражения вдоль границы оставили часть пригодной для жилья земли без защиты. Наместница Малитасен, воительница, великая воительница, предлагает аннексировать эту область для дальнейшего развития. Давайте. Так, нового наместника надо выбрать. Ну вот, нет, давайте герцога Насахму. Еще куда-нибудь нам требуются наместники? Пока нет. Что тут? Жемчуг. У нас, кстати, добавились лаванда. Добавилась лаванда. Тут никто не хочет. В какой-нибудь город. Какой у нас? Ну, надо в город этих отправлять. Давайте вот в Сесебе. Там вообще такой плюс по несчастью дикий валит. Хетты прошлым ходом просто вылечили трирему свою. Жалко, тут никак
не вылечится повышением. Ну, штурм, наверное, надо брать. О, уже целый кубик убирает. Прокачка. Так, один ход садовник следующий. Ну, тогда просто совет проведу. Потому что нам надо сразу лаванду обрабатывать, несомненно. Старший служитель завершен. Давайте вот тоже до старшего добьем. Так, коняшку куда разместить, чтоб... Блин, почему вот Карфаген вдоль моих границ армии? У меня такое ощущение, он как бы мне демонстрирует принуждение к миру. Чувак, ты, конечно, хочешь, можешь повоевать со мной, но... Он мне как бы говорит, но это будет очень больно. Ты будешь плакать и страдать. Страдать и плакать. Но я не хочу страдать и плакать. Ага, вон у нас там прутся ребятишки. Блин, ну у нас еще вот эта фигня здесь. Так, как-то ему... Особо не дать высадиться, и все-таки я куплю, наверное, приказ, еще проатакую. Двое из набега пошли на Мергису, и один, видите, на Мироя. Кует моего. Но у него он только этим может атаковать. Так я куплю. В Мирое мятежники. Ой, а мне убили... Так, культ Амани обладает на территории Кушита практически неограниченной властью. Ходят слухи, что давным-давно жрецы этого культа даже приказали царице покончить с собой. Конечно, у патриарха Шибитку из Дакки. Это вот этот, да? Нет такой власти, но эта религия все равно обладает большим влиянием, и многие при дворе прислушиваются к ее жрецам. Под одобрение придворных патриарх Амани утверждает, что Бог желает войны с Грецией. Блин. Чё-то... Я, пожалуй, нет. Всё равно у нас плюс с религией. Ни свет ни заря, во дворец прибывает гонец, поднимая на ноги тех немногих, кто еще не успел приступить к своим дворцовым обязанностям. Семейство Ям просит о неотложной услуге. Прошлой ночью принцесса-консорт Аманирена и принц Амантеха втайне и против воли семьи заключили брак. Теперь Ям просит заклеймить Амантеха беглым преступником. Ничего, что он наш наследник? Твою мать... Ну, блин, тут и так минус 327. Плюс 40 ничего не поменяет. Это наш наследник, вообще-то. Нет, не будем его выгонять. Так, у меня тут чудо перестало строиться. Thank you.
Блин, неудачно. Не оттуда я атаковал. Мне надо было, чтобы он ушла с этих... с леса. Битва выдалась тяжелой и кровавой. Даже когда победа уже неизбежна, Анламани продолжает наступать, раз за разом проводя атаки. На четвертую атаку неожиданный маневр кучки оставшихся сил врага с фланга прорывает строй его солдат. Немногие выжившие отступают. Анламани разбил приятеля, но какой ценой? О, давайте мы найдем новых. 1170... Ой. Блин. Не туда поторговал, не в ту сторону. Булавоносца получаем. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Из-за недавних нападений на Хатусу у нас теперь много пленников, некоторые из которых кушиты по нации. Одна из заключенных – бывшая студентка военной школы из Кушиты, арестованная по подозрению в шпионаже. Нужно использовать ее для поддержки нашей военной кампании. Берем советником при дворе и выполняем амбицию. Так, 5 старших специалистов. Ораторша. Все города, один приказ вход с семьей дружелюбных, то есть нам никто не дает приказы, ни один из городов. Класс. Так, 100 соцкапитала и 2 приказа, чтобы собрать войска, получить 320 муштры. Кстати, это, мне кажется, имеет смысл сделать. Сейчас я посмотрю, сколько у меня ходов останется. Стреляю поэтому, потому что он не в лесу. Это мы бы меньше нанесли урона. Ладно, отправлю все-таки собрать войска. Сколько вообще лет нашей царице? 58. Не должна еще умереть. То есть у нас еще один легендарный, да? У нас 2 легендарных героя и Ирма. Ну, по количеству городков видно. Ладно. Так, царица Карфагена мертва, но у нас, помните, мы царя там как-то умасливали, у нас с ним тоже офигительное отношение, так что тут все зашибись. Так, царь Данов умер. О, улучшили отношения с семьей Ям. Ирджиты обратились в христианство, это плохо. Это плохо, так... Теперь давайте тирания или конституция. Наука за городского специалиста 8 будет.
А здесь профессиональная армия. Плюс 50% очков опыта для всех юнитов во время боя. Казначейство будет давать 2 муштры в ход всем городам. И давайте сначала суверенитет откроем. Примем крупное подношение. Видите, лучше всех у нас с Карфагеном. Повинуясь зову сердца, ваша дочь герцогиня Хенса сбежит. Что все сбегают с влюбленными? Что за фигня с возлюбленными? Когда вести доводят до нас, молодая пара уже далеко за пределами городских... Так, попытаться сохранить лицо, заявив, что их свадьба была запланирована. Что-то никто нас в грош не ставит, все сбегают, занимаются своими делами. Так, хочу ферму здесь построить. И специалиста, чтобы территорию присоединить. Хотя у меня уже Берема будет через 4 хода, но... я считаю, что... Вот это важная фигня. Так, а что мы тут ничего... А, это я переключил нам сельские... А, ну или даже можно не ферму. Давайте, наверное, каменоломню даже построю лучше. Кавалерии против генерала. Ну тут ни генерал, ни кавалерии нету. Просто возьмем, чтобы урон побольше был. О, плюс 10, если получены. Давайте вот эту генералам поставим. Может, надо было потратить один ход и всем генералов тут назначить. Из деревьев. Я люблю стрелять лучниками из деревьев. Так, а вот тут доберемся до этих ребят. О, еще 4 приказа. Так, теперь усмиряем города. В Мирое самый высокий уровень. Ну, начинаем с нее. Это снижает на 1 уровень несчастья. 8 уровень несчастья — это минус 40% науки и плюс 40% к содержанию. Ну и, соответственно, постоянно появляются там катанс к появлению мятежников. Ваш сын, принц Амантеха, наследник, известен как проворный человек. Так, собрали войска. 320. Наместник Сесеби умер. Хетское царство обращается в хетское язычество. Так, суверенитет открыли. Ну, давайте. Единобожие. Блин, а как нормально распространять язычество? Видимо, никак. Блин, не хватает его добить.
Кстати, было лечение на любой территории, а не только на нейтральной. А, слушайте, а я ж могу вот туда выйти. О! О! Так. У меня... два генерала, которые будут позволять лечиться на нейтральной территории. Скоро у меня, ну, вообще два хода, три рема. С другой стороны. То есть я пока сюда похожу, генерала добавлю, потом вылечу. То есть я один ход вылечусь, у меня уже, я уже смогу те войска подводить. Так мне лучше Хатусу, наверное, все-таки атаковать просто и все. Захватив часть Хатусы, наши воины обнаружили тюрьмы, забитые чужеземными пленниками. Так, выдать им оружие и отправить в бой. О! Огонь. Так, когда там эта сука на Виаректе построится, два хода, это нам нормально счастье добавит. Так, так, а тут я хочу какой-то городской район, наверное, суд давайте. Ну, я сейчас вылечу только сначала. Так, еще три приказа. Давайте это собирает очередной раз войска. И посла с кем-нибудь торговать. Хотя... один приказ. Ладно, пускай пока остается. Не хочу. Так, у нас тут везде наместники сидят, да. Блин, реально, как распространять 0% шанс распространиться в новые города? А как повысить-то? Короче, мне походу надо монашество открывать и принимать многобожие там, чтобы еще больше святилищ строить. Когда строишь святилище, тогда и распространяется. Так, а тут я... не смог пока конституцию принять. Но мне, походу, и не... надо дождаться многобожия. Мне, походу... около Дакки и Саял мятежники. Семья Ям давно обещала женитьбу между одним из своих отпрысков и герцогом Насахма. Но недавно Даны предложили... Не, ну, конечно, мы выбираем Ям, а не Данов. Верховная советница Асата пришла к вам с необычным предложением. Связалась с талантливым чиновником. Он с радостью станет вашим подданным, поскольку в Риме к нему относится отвратительно. Ну, давайте. Честно говоря, не думаю, что мне... надо с Римом сильно отношения поддерживать. Thank you.
Так, следующим ходом чудо достраивается. Так, один ход, чтобы вот здесь строить. Ну, давайте совет. Да любовь. Садовник. Так, опять же... В Мирое, наверное. Хотя, блин, мне и сюда надо. С Эсеби вообще такой минус с Эсеби. А почему такой большой? А, там христианство. Блин, надо убрать все эти религии. Но я, кстати, по-моему, играю через язычество, не могу их убрать. Это надо делать последователями, которых я просто не могу, играя за язычество, делать. Вот так вот. Так что давайте... А, я не могу в Сесеби отправить, потому что я уже туда лаванду отправил. Ладно, в Дакку давайте отправим. Колесницу. Честно говоря, не хочу. А что я тут хочу тогда? Булавоносец долговато. Давайте топорщика. А его я апнем в булавоносца. На Дакском холме появились восставшие. Из города надзиратель. Ладно, штурм возьму. 14 приказов. Так. Тут торговое соглашение, соцкапитал требуется. А мне нужен соцкапитал, чтобы... Ну, монашество три хода. Что, давайте, не знаю, какое-нибудь торговое соглашение с Карфагеном. Я уже торгую. Давайте в Ассирию отправим. С Грецией не... Хотя... Что бы в Грецию не отправить? Давайте в Грецию. Блин, что-то 12 приказов. На что бы их потратить еще? Да не на что, ладно. Сирию. Так, в Мирое счастье повысили. Повысили боевой дух и дисциплину. Эти все ребята в лишаизм перешли. И завершили Суана Вере Ректа. Все города плюс одно счастье и городской предмет роскоши плюс 6. Богатые жители Мироя хотят... устроить общественное пиршество в честь неувядающего процветания города. Такое неувядающее процветание, что у нас, блин, каждый ход восставшие там появляются. Они попросили наместника олигарха Меланокен из Дангил занять на нем почетное место. Сохранить недоеденные яства на случай будущих трудностей. Плюс 8 легитимность. Так, посол. Культура и наука во всех городах. Мнение племени, мнение религии. Не, давайте мудрость. Добавим. О! Смотрите, неизвестный стал показываться. Ну, это Египет по цвету.
Вавилона не видать. Мне кто-то уже писал в комментариях, что у него в игре, ну, по моему сейву, сейв в первой серии можете найти, что у них там Египет всех рвет. У меня вот Египет на третьем месте по очкам. Пока я тут впереди. Так, а почему я постоянно этот трирема на автоматизации? Поплыли, кстати, исследовать территорию ею. Так, здесь мы фермера делаем, камнетеса точнее, чтобы вот эти клетки добавились. Так, надо отходить. Берема. Ну, мы сразу не сможем переправлять. Надо сначала встать на рейд. Тут, наверное. Он этим ходом не работает, по-моему, да. Суд буду здесь строить. Так, какие чудеса еще остались? Два. Большой цирк и пантеон. Ну, это все два очка победы все-таки, но я просто смотрю, надо ли мне это, прям надо ли это. Не думаю. Отойду, чтобы не убили. Я, наверное, лучше этими рабочими святилища следующим через два хода начну строить, а эти приказы потрачу на то, чтобы юниты подошли уже к с возможностью переправы. Вообще мне стреляющих надо в первую очередь, все время забываю, у меня тут слишком мало места. Ну, у меня одного рукопашного сюда достаточно. Кстати, я же вот до булавоносца могу улучшить, блин.
И этого давайте, кстати, улучшу. Еще мятежники. Так, новый царь Рима. Отвага, герцог Насахма. И тут пертурбации с религией. Так, поддерживать переписку с правительницей. Переправляемся. Все, следующим ходом возьмем Хатусу, я думаю. Кстати, моей ошибкой было, что я мало стреляющих юнитов сюда привел в прошлый раз. Кстати, тут два чуда. Ты еще считайте плюс 4 очка. Так, конституцию мы не принимаем, мы ждем многобожия. Тут я не знаю пока что строить. Так, точно потрачу ходы на перемещение триремы. А, блин, еще один появился. Так, нам надо, главное, понимать, что вот отсюда его надо атаковать, чтобы он вылазил на место без деревьев. И тут уже доваливаем. Еще где-нибудь появились мятежники? Так, вроде нет. Ну все, завершаю ход. Еще мятежники. Так, торговое соглашение. Это я посылал, да. Отдаем камень, получаем соцкапитал. Ну, я думаю, вот это выгодно. 800 соцкапитала надо брать. Так, принимаем многобожие. Можем любые святилища в любых городах строить. Так, тут надо Хатусу наконец взять. Что, не этим ходом еще? Еще и не этим ходом. Крит прошел. К сожалению, за один ход не добили. Так, любое святилище.
Оно в любом месте строится, да? Ну, давай вот сюда. Давно надо было к этому многобожию, конечно, У нас как бы сама цивилизация заточена на это, куча святилищ, и рядом с ними кушитские пирамиды. А мы вначале смогли только 3 построить, и все. И сидим. А, нельзя рядом с другим святилищем. Логично. Кого лечить, мне там не хватает приказа. Вообще, я бы отдал, во-первых, усмирять город. Вот, я бы никого лечил, я бы усмирять город. Давайте Сесеби. Жемчуг. Блин, его теперь сюда выкинуло. Ну как так? Я ж не могу, да, перемещаться? А, могу. Все, могу. Мне уже не нужна берема. Чуть, считайте, на 2 хода раньше. Так, старших специалистов. Блин, ни хрена себе, сколько мятежников. У 4 городов. Ваш сын являет миру незаконнорожденного сына. Вот же ж, блин. Так. Ну, пора главу шпионов уже открывать. И пробовать воровать технологии. Нам стало известно, что на царицу Мадикен возлюбленную, наместнику Денгел, снизошло откровение о своем опыте правления. Так, внимательно слушать политических советников, искать знания в книгах, да, мудрость. Мы по науке просто отстаем. Так, иудаизм пытаются нам тут распространить, не надо нам это все. Мы можем захватить контроль... А, да. Устанавливаю конституцию, возьму, тоже науку дает. В Дакке бережливая или воинственная? Или... Не, в Дакке все-таки бережливую возьму. Пока. Штурм прошел. Так, давайте-ка мы Хатусу захватим.
наконец-то. Господи, осада, сколько лет было? Хеттское царство уничтожено. При виде стройных рядов ваших победоносных войск, шествующих по улицам Мироя, ликующие граждане неистово скандируют «Кушит! Кушит! Кушит!». Старики плачут от счастья и гордости при виде своих сыновей, триумфально марширующих перед ними, а под ногами бегают детишки с сияющими от радости лицами, забираясь на деревья и здания, дабы лицезреть вас и вашу стражу в сияющих доспехах. Как вы желаете отпраздновать полное уничтожение Хеттского царства? Так, разделить добычу с народом и придворными. Дисциплину получаем 400 монет и 100 счастья в Мирое. Научиться на ошибках своих врагов. Мудрость и 160 науки. Или почтить память павших. Плюс 1 уровень счастья. Становится скорбящий. Нет, давайте мы разделим добычу. Ну, наука тоже классно, но нам надо улучшать счастье в наших городах хоть как-то. Так что вот так. Да, долго мы тут, конечно, колупали. Но тут еще 5 лет захват будет идти. И только тогда эти чудеса заработают, я так понимаю, и добавятся. Видите, нету от этих чудес очков пока что. Так, ну я думаю, что, во-первых, можно этой триремой начать плавать и встретить Египет, наконец. Так, рыбак. Рыбак. Красители. Да, надо. Красители надо. Старший поэт завершен. И у нас еще один старший специалист делается в Мирое. Так что мы эту амбицию выполним. В Керме давайте что-нибудь другое тогда делать. Армию. Эти все тут стоят. Будем их апать. Я не знаю, тут генералов добавлять, возможно. То есть я реально могу, да, все, мне тут уже не нужна берема, чтобы перебраться. Орлиный глаз. Классная прокачка для стреляющих. Так, где-то еще у нас? Ага, вот тут. Блин, надо опять было сначала атаковать слоном, чтобы он ушел с форта. И тут добивать. Сколько я культуры на них нафармил, конечно, благодаря эпосу. Блин, еще и тут. Да, восставших у меня дофига. Еще дети появились. О, с Персией встретились. А, еще и Персия. Персия, Вавилон, Египет. Так, вошли в контакт с Персией. Естественно, это должно стать основной темой сегодняшней речи. Но будете ли вы говорить об обретении новых друзей или склоните народ в сторону войны? Ну, я бы призывал к миру. Следующую войну я бы хотел с Римом разжигать. Если уж мы будем реально разжигать. Так, давайте еще все события
Город Мирои прославился своим загадочным культом и масштабным фестивалем, который проходит там каждый год. Он начинается с длительного поста и рассуждения о своей жизни, а затем верующие собираются в заранее оговоренном месте. Никто не может рассказывать посторонним о том, что происходит в святилище, ибо там им открываются тайны вселенной. Люди со всех земель Кушиты стекаются в Мирои, чтобы принять участие в этих ритуалах. Несмотря на то, что вы не возражаете против других религий, ваши советники беспокоятся. Если царица будет искать ответов в других верах, у людей могут возникнуть сомнения в вашем авторитете. Так хотите ли вы познать тайны вселенной? Святилище культа плюс один добавить культ матери. Становится адептом таинств. Ну, запрещать я точно не буду. Давай, а давайте поучаствуем. Минус 2 легитимности, нормально. Так, уходит в отставку. 66 лет. 5 мудрости, 6 харизмы, 3 отваги. Дисциплины немного, ну и нормально. Так, Персия у нас так себе. 7 городов. Турима всего 2 города. Кстати, чудес у него нету? Нету. Жаль. Ну, если Греция объявит войну Риму, я, наверное, впишусь. Камня начинает не хватать. Так, надо святилище. Видите, и тут пирамида прилегает, и тут пирамида прилегает. Так, где у нас тут еще восставшие были? Тут мы всех убили, и тут один, да? Мы, кстати, можем по территории Карфагена теперь в связи с миром перемещаться. Блин, а Египет мы можем вообще увидеть? Саяли мятежники появились. Так, в Сесебе уменьшили несчастье. О, новая глава ям. Ну-ка посмотрим. Подъемные ворота открыли. Пошли, наверное.
Во, в доктрину, чтобы терпимость принять. Так, ваш сын и наместник, он третий в очереди в Керме. Любитель верховой езды, ловчий. Ну, тут нету ни лагеря. Или, подождите, или есть там лагерь? Нет, в Керме нету лагеря. Наверное, просто харизму давайте. Верховная советница. Харизма, отвага, харизму. И шпиона главного. Так, что у нас тут с ямами? Видите, нету среди советников. Вот надо кого-то из ям назначить. Только мне нравится, что каждый из них несчастье добавляет в город. Блин. Но вот этот меньше всего. И 11 науки. Так, и теперь с его помощью попробуем украсть технологию. В Риме 100, в Греции 210 науки. Ну, не технологии, типа наука крадется. Давайте в Персию. Персия далеко, у нас с ними отношения пофиг какие. Туда отправим. О, наконец-то Египет встретили. Перед нашими разведчиками разворачивается необычная сцена. Египетские солдаты секут кнутом связанного по рукам и ногам человека. «Эта падаль, — говорят они, — подстрекала народ к мятежу, шпионила за царской семьей и пыталась проникнуть в сокровищницу. Несчастный же настаивает, что он ни в чем не виновен». «Убедите солдат выдать пленника нам». Так, Египет третий. Так, да, сюда строим Кушитскую пирамиду. Караван, это вот Виа, ну, чудо вот это дает каждые 5 ходов караван. 2673 400 3900. Ну, давайте в Персию. 3900. Причем он реально физически вот движется по территории. То есть его могут и разграбить. Так, 11 ходов. Ну, точно усмиряем город. Давайте Дакку, несмотря на то, что тут в плюсе. Ну, там 7 недовольства, это дохрена. И послом... Давай так, мы торгуем с Грецией, мы торгуем с Карфагеном. Давайте с Египтом. И здесь даже проведу собирание войск.
Еще мятежники. Столицу посетили римские миссионеры. Нет. Хотя, слушайте, мы же... Да, пускай распространяется. Мы же будем принимать многобожие. Страстные реформистские настроения распространяются по всей нации, приводя к уличным протестам. Недовольные упадническим и безнравственным образом жизни в городах, лидеры движения за реформы призывают к добродетели и целомудрию. За 4000 плюс один уровень счастья во всех городах. Зашибись. Так, это нам предложит амбицию. Но у нас, блин, 68 лет. Контролировать 4... А, так слушайте, 4 гавани, это вообще изи, по-моему. Надо брать 4 гавани. Ну, мир... Вот это мир сложновато, потому что вы сами можете мир заключать, только когда у вас лидер-дипломат. А вот 4 гавани вообще, по-моему, изи. Ну, вот, например, здесь... И, например, здесь. А в каждом городе только одно, да, можно? Жаль. А, ну мы тут проще сделаем. Тут мы... Тут Кушитскую пирамиду. И тут Кушитскую пирамиду. Так, 1835. 37 приказов. О, это уже приятно играть, да? И последний старший специалист тут будет. Лучники у нас готовятся к нападению на Рим. Так, а триремы у нас, получается, не могут шпионскую сеть создавать. То есть нам нужно скаутов сделать. Блин, а Вавилон мы, наверное, вообще хрен увидим. Есть у меня такое подозрение. Даже еще один приказ остался, но его нам некуда потратить. О, мы успешно украли 220 науки у персов, зашибись. Верховная советница погибла прямо на службе. Сколько ей было? 61. Ну, в принципе... В принципе, да. Каспийское море обнаружили. Кельтское море. Контролировать 5 старших специалистов выполнили. Не удалось... Мы не допустим вымогательства. Так, а на город открыть библиотеки. Давайте, наверное, библиотеки. Хм.
Самостоятельно проведем, ладно. Ко двору является гонец с предостережением от Дерды. Греция требует немедленно прекратить любую торговлю с их врагом Карфагеном. Нет уж. Извини, между нами хотя бы Рим, а с Карфагеном портить отношения я не хочу. Так, значит, терпимость берем. Может производить последователей не принадлежащих государственной религии. Все города, два счастья за негосударственную религию. Так, новую верховную советницу надо взять. Ну вот, Ахрасан, наверное, возьмем. Она и молодая, будет долго служить, и из Сиджу. У нас представлены все семьи в совете. В Мергису надо... О, вот этого. Эти плюс 4, к счастью. И Хатусу отдаем Сиджу. Так, ну я думаю... На этой ноте... Смотрите, нам до победы осталось 8 очков, но это еще много. Это еще много. Мы получили просто сейчас много очков за счет чудес. И, кстати, чудеса теперь нам... Давайте посмотрим, что они дают. Муссион. 15 науки вход. Плюс 50% к науке во всех городах. Вау. И от старших специалистов... Ну, у нас старших специалистов всего 4. Так что так, немного. Не, 6. 6 у нас, ну немного. Но вот 50% к науке — это круто, по-моему. Так, а... Это... Ападана... Минус 50% содержания всех города. Вау. Это минус 434 к содержанию. Ну, то есть, грубо говоря, сейчас я где-то плюс 500 монет вход получил. И еще 20 цивиков вход. Нормально, нормально. А, тут еще и 4 жемчуга. То есть, тут вот уже сидят специалисты в жемчуге, я так понимаю. Давайте я их, наверное, распределю. Тут я в Хатусе восстановление поставлю. Распределю жемчуг по всем городам. В Дангиил. В Мергису. В Саялу. И в Хатусу. Так, в Хатусу, кстати, еще и наместника надо. Так, а что тут у нее вообще? Плюс 5 к недовольству. Ну, не хочется того, кто будет недовольство добавлять. Лучше вот этого, хоть и минус к науке и к деньгам, зато плюс к счастью. Так, а вот дальше, дальше реально уже в следующей серии. Будем, ну, вроде более-менее, хотя у нас постоянно восстание в наших городах. Конечно, жопа. Нету ни одного города, где было бы довольство, везде недовольство. Это мы очень много теряем. Но начинаем постепенно готовиться к войне с Римом. Как у нас вообще по силе? Рим гораздо слабее. Но он в национальном союзе с Египтом. То есть, объявив войну Риму, мы объявим войну Египту. Но я не вижу, как Египет мне может тут вообще что-то сделать. Честно говоря. Что вообще у Рима с другим... У него мир с Грецией, мир с Персией, мир с... Ну, мир с Персией, например, смотрите, минус яростная. С Карфагеном яростная. Ну, Греция, походу, не хочет на Рим нападать, так что мы одни нападем. Мне кажется, если мы сможем захватить Рим... то это будет победой здесь. У меня такое ощущение. Ну, это еще два города, понятно. Тут, правда, нету чудес, но это 35 очков. И вот эти мои города...
То есть тут каждый уровень города, да, вот примитивный — это 1 очко, развивающийся город — это 2 очка, развитый город — 3 очка. Ну и, соответственно, каждый уровень легендарный — там 4, 5, 6. Ну, на этом все. Спонсоры канала уже могут поискать продолжение в плейлисте. Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что смотрите. Не забывайте оставлять лайки, комментарии, как вам это все нравится. И, может, как-нибудь денежкой поддержать. Играйте в умные игры. Слава Украине! Живе Беларусь! Всем пока! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.